Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Вера Юлина, фамилия моя Дубинская. Я доцент кафедры высшей математики МФТИ. И сегодня проведу небольшую консультацию, касающуюся решения задач магистерского экзамена, точнее вступительного экзамена магистратуры, в той его части, которая касается обыкновенных дифференциальных уравнений. Итак, значит, тема сегодняшней нашей консультации – обыкновенные дифференциальные уравнения –